Привет, друзья и ученики Егора. Сегодня вместе с Егором мы проведем тестовую тренировку, в которой мы смотрим наш прогресс, улучшение наших результатов. Вот. Занимаюсь я под руководством Егора уже почти полтора года на одной волне. Люди, это шикарно. Полтора года, никакого перетрена. У меня появилась зависимость, правда, есть минус. Зависимость от тренировок. Как-то так. Но это, я думаю, только хорошо. Перестала болеть спина. В принципе, все перестало болеть. Окреп мышечный корсет. Просто изумительно. Раньше без пояса я приседать не могла. А теперь забыла, что такое пояс. Мой пресс даже без его накачки виден. Пресс он есть. Самочувствие шикарное. У меня также есть тоже ученики, так как я тоже преподаю в своем зале. И основываюсь на учении нашего Егора. И вы знаете, люди начинают понимать, начинают раскусывать весь изюм наших тренировок, потому что многим уже продвинутым я даю именно тренировку по системе периодизации. Они в восторге. Многие, кто занимался годами в обычном темпе, у кого уже наступал перетрен реальный, они понимают, что сейчас они просто ожили. Вот. Поэтому я этому очень рада. В моей команде появились уже и мужчины, которых, сами понимаете, тяжело вообще, в принципе, вразумить. Они такие все независимые, все мы влюбленные, все знающие. Вот. Но начинают сдаваться потихоньку. Трое, четверо уже сдались. Ждем еще пополнения в нашей команде. Так, всем настроение предновогоднего. Кстати, через 3 дня у нас Новый год. Ждем всех с наступающим. А Егору особый привет и особая благодарность от всего города Северска. Сибирь с тобой, Егор. Начнем с разминки. Сделали разминочку на велотренажере. И теперь сделаем экстензию, чтобы забить нашу спинку, поясничку. Возьмем 25 килограммчиков. Отличный вес. Сделали. Теперь нас ждет рабочий подход. Вес будет 45 килограмм, 75%, 75% собственного веса, 60 килограмм, плюс-минус, не говорите Егору. Вот, так что пошли.
We don't take no breaks. We just